Привет, папа! Привет, Маша! Ух ты! Какие у нас орбис! Да! Как прикольно! Да, папа! Давай, поиграй со мною! Поиграй со мною! Давай, Маша, я поиграю с тобой! Сейчас мы как следует в них искупаемся! Да, давай-ка в них зароемся! Давай! Ух ты, как прикольно! Пеппа, ты меня видишь? Нет, Маша, я тебя не вижу, но сейчас увижу! У-ху! Ух ты, как прикольненько! Ох, Маша, да, вот это да, настоящее райское наслаждение! Да, Пеппа, это точно! Пеппа! Пеппа! Да, Джордж! Чего? Что вы там делаете? Что это такое? Джордж, ну ты что? Это же шарики Орбис! Пеппа, я хочу к вам! Ну давай к нам, Джордж! Давай, залази! Пеппа, подождите меня! Опа! Ух ты! Как интересно! А что это? Что это за шарики такие Орбис? Это такие водяные шарики, Джордж. Они такие мягкие, прыгучие. Да, Пеппа, так интересно. Амия, подождите меня. О, Маша, привет, и ты тут. Ну да, мы тут с Пеппой были вдвоем. Теперь втроем ты к нам пришел. О, как у вас тут весело, девчонки. Вот это да. Какие они прыгучие! Да, Джордж, это точно! Пеппа, да это же настоящий аквапарк из Орбисов! Ну да, Джордж, так получается, что это аквапарк из Орбис! Маша, давай вылазь к нам! Сейчас, сейчас, иду! Ух, какие они классные! Так весело с вами, ребята! И нам с тобой весело, Маша! Хорошо, что мы сегодня придумали этот аквапарк с Орбисами. Так весело. Давно мы так не веселились. Да, Пеппа, это точно. Смотрите, у меня одна голова торчит из Орбисов. Да-да, Джордж, у нас тоже одна голова торчит. Да, Джорджик, да, одна голова. Знаете, что я тут подумала? Ну, чего, Пеппа? Надо позвать сюда овечку Сьюзи. Да, я бы позвал сюда щеночка Дэнни. Да, и можно было бы позвать сюда кошечку Кэнди. Давайте-ка быстренько сходим за ними и продолжим наше купание в нашем аквапарке из Орбис уже все вместе. Ребята, а если вам понравилось это видео, ставьте ваши пальчики вверх и подписывайтесь на наш канал Конфетки ТВ. Пока-пока!